Берегись, или тебя заберут. Они крадут таких, как ты, и переносят в свой мир. Особенных детей. Сила твоего разума. Вот что им нужно. Джейк, все хорошо? Плохой день. Да. Идем. Пойдем к тебе? Да. Другими мальчиками. Вы знаете, такое поведение свойственно подросткам. А вот и он. Здравствуй, хмурый Джейк. Меня зовут Джилл. Администратор службы приема клиентов. А это Тоби, наш водитель. Как делишки, дружище? Собрал вещи. Чем занимаются в вашей клинике? Джейк, эти люди уже давно сотрудничают со школой. Нет, все хорошо, Лори. Мы приветствуем вопросы. Как проявление энергии и живости. Он просто любознательный парень. Хочу тебя заверить, что все наши тесты проводятся в комфортной обстановке. У нас большой опыт в решении подобных проблем. Ночные кошмары, спасибо. Галлюцинации, навязчивые идеи. Наш подход к лечению очень деликатный в сравнении с другими. Понимаю твое беспокойство, но тебе нечего волноваться. Мам, поможешь мне? Да. Всего на 2 дня, Джейк. Тебе положить рваные джинсы или обычные? Что не так? Мам, это они. Что? Люди со странной кожей из моих снов.